осмотр веры еще раз ваших домов мы сделали. Мы не проникали ни в коем случае в дома. Мы просто сняли по оси, посмотрели, и крен идет вот у ваших домов, вот, которые мы выбрали. На 25 сантиметров дом наклонился. То есть, да, он уже корпус не держится. В целом, дома ваши не пригодны к дальнейшему проживанию. Я предлагаю вам посмотреть жилье себе. Чувствие ваше, поддержка. Да, спасибо вам огромное. Мы все хлебнули такой беды, горя, кажется, вот весь город. Наверное, мы все любили очень свои дома, и если бы не этот потоп, мы бы до конца дней остались бы там. Но, наверное, в данном случае хочется сказать спасибо, выразить благодарность. Государство нам оказывает помощь и поддержку. На самом деле, это природное явление, что здесь еще было, помимо этого, наверное, разберется история. Ну, спасибо, что, знаете, что достойно себя ведете, да, в этой тяжелой ситуации, это тоже много значит. Это общая беда в любом случае. Но вместе с тем мы должны, думаю, и мы, как власть, и вы, как пострадавшие, мы должны вместе, совместно выйти с этой ситуации достойно. Поэтому давайте, вы будете первыми, которые, я думаю, покажут уже всем остальным, что мы начинаем работать. Для нас самое главное, чтобы не было жертв. Вот это самое главное.